Доброго вечора, ми з України. Сейчас есть огромная потребность в воде и еде. То есть мы собираем машину сейчас на Харьков, она как бы каждый день у нас отправляется, но сегодня прямо жесткая есть необходимость, именно еда и вода. Вот. И есть те продукты, которые долго хранятся, тоже очень нужны. Мивина, сахар, чай, типа, все из этой серии, консервы. Потом нужны памперсы, пятерка единица. Потом нужно питание детское и смеси, единичка. Поэтому очень как бы надеемся, что если у вас есть возможность, приходите сюда, Сердюка 1, Джос. Мы собираем и срочно отправляем в Харьков. Да. Я всячески изначально пыталась помогать и теробороне, так же само продуктами, всеми вещами, и сейчас я поняла, что можно безвозмездно помогать людям. Одна из основных задач многих девушкам — поддерживать своих парней, своих мужчин, помогать беженцам, помогать деткам, которые остались, скажем так, на произвол судьбы.